Международный университет МИЦО – одно из старейших и самых престижных учреждений высшего образования Республики Беларусь. Университет прошел длительный путь плодотворного развития от высшей школы профсоюзного движения, занятия в которой начинались в марте 1930 года с набора 50 слушателей, до одного из ведущих учреждений высшего образования Республики Беларусь. Учредителем Международного университета МИЦО является самая массовая и авторитетная общественная организация страны – Федерация профсоюзов Беларуси. Сегодня в университете, филиалы которого более 25 лет назад были открыты в Гомеле и Витебске, обучается уже более 4600 талантливых и инициативных девушек и юношей, осваивающих современные и востребованные на рынке труда знания в области права, экономики, логистики, менеджмента, маркетинга, информационных технологий и лингвистики. В университете осуществляется подготовка специалистов на первой ступени высшего образования, в магистратуре, аспирантуре, переподготовка кадров и повышение квалификации. Широко представлены различные обучающие курсы, а также подготовительные курсы к централизованному тестированию. По окончании университета выпускникам выдаются дипломы государственного образца. МИЦО первым среди учреждений высшего образования страны получил международный сертификат качества. Университет активно участвует в международных образовательных и научных программах, юридических и экономических конкурсах, олимпиадах и конференциях. Имеет более 55 зарубежных вузов-партнеров по всему миру, от Китая до Великобритании. Развитая и динамично расширяющаяся сеть контактов с зарубежными вузами-партнерами, победы студентов университета в международных конкурсах, обучение в наших стенах студентов, магистрантов и аспирантов из более чем 10 стран мира позволяет университету по праву называться международным. Университет радушно открывает двери в мир знаний для студентов в Минске, а также в филиалах Витебске и Гомеле, где в равной степени современный уровень образовательных услуг поддерживается мощной и современной материально-технической базой. Аудитории-трансформеры, укомплектованные компьютерами, уникальными плазменными панелями, проекторами, лингофонные классы, залы судебных заседаний, библиотеки. История Гомельского филиала Международного университета МИЦО началась с Международного центра подготовки менеджеров МИМ «Беларусь». При центре был организован экономический лицей для учащихся 10-х и 11-х классов гомельских школ. Сегодня в филиале созданы условия для организации непрерывного образования и многоуровневой системы высшего образования по специальностям правоведение, логистика, экономика и управление на предприятии и лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций. В Гомельском филиале студенты также имеют возможность обучаться на базе уникального криминалистического полигона, на котором проводятся занятия по криминалистике, специальным курсом по осмотру места происшествия и другим следственным действиям. Смоделированная следственная ситуация позволяет студентам получить необходимые в работе практические навыки. Витебский филиал Международного университета МИЦО был основан более четверти века назад. Сегодня подготовка специалистов на первой ступени высшего образования ведется по следующим специальностям – логистика, правоведение и лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций. На базе филиала создан кабинет истории профсоюзного движения, главное направление деятельности филиала, которое принято всем коллективом, постоянное совершенствование образовательного процесса, создание условий для соответствия вуза лучшим европейским и мировым стандартам. Общежитие МИЦО в столице и филиалах – предмет гордости университета. Все комнаты оборудованы современной мебелью и техникой для комфортной жизни и учебы студентов из регионов и других стран. Современная спортивно-оздоровительная база «Олимпиец МИЦО», расположенная на берегу Минского моря в 9 километрах от столицы, прекрасно подходит для проведения выездных корпоративных и спортивно-массовых мероприятий, переговоров, совещаний, конференций и семинаров. На территории базы находятся уютные, комфортабельные деревянные дома для корпоративного, семейного и дружеского отдыха, в которых одновременно могут разместиться до 90 человек. Также имеется конференц-зал,
зал, открытые и закрытые беседки, банный комплекс, футбольное поле, волейбольная площадка, охраняемая парковка, собственный ресторан белорусской и европейской кухни. В университете созданы уникальные возможности для участия студентов в лекциях, семинарах и встречах с самыми авторитетными и успешными представителями различных профессиональных областей. В МИЦО сложился один из лучших в стране профессорско-преподавательских составов. Здесь также преподают зарубежные профессора и практики. Университет постоянно прилагает максимальные усилия для профессионального роста преподавателей. Международный университет МИЦО следует тенденциям на рынке труда. Практически каждый год открываются новые востребованные специальности. Университет нацелен на практику, чтобы выпускники могли понимать реалии, с которыми им предстоит столкнуться на рабочем месте. В учебный процесс активно внедряются современные образовательные технологии. Мультимедиа-лекции позволяют использовать различные каналы восприятия информации студентам в процессе обучения. В целях повышения квалификации профсоюзных кадров и актива Международный университет МИЦО осуществляет подготовку специалистов с высшим образованием на базе среднего, среднеспециального и высшего образования в Республиканском учебно-методическом центре профсоюзов Институте повышения квалификации и переподготовки кадров. Быть студентом МИЦО престижно. Наши студенты представляют страну на зарубежных международных конференциях, олимпиадах, на конкурсах по экономическим, правовым и IT-тематикам. Проходят стажировку за рубежом. В Международном университете МИЦО каждый может окунуться в уникальную атмосферу, где студенты всесторонне развиваются, активно участвуют в общественной, культурной и спортивной жизни университета. Здесь открыты танцевальные и вокальные студии, созданы сборные по многим видам спорта, в том числе по чирлидингу. Работают волонтерские объединения, проводятся первенства по волейболу, самбо, мини-футболу, баскетболу, настольному теннису, дартсу, легкоатлетическому кроссу. Выпускники Международного университета МИЦО востребованы на рынке труда, успешно работают на предприятиях и в организациях различных форм собственности, в правоохранительных органах, судах, адвокатуре и в системе профсоюзов Беларуси. Хорошие отзывы о специалистах, окончивших вуз, лучшее свидетельство того, что университет движется в правильном направлении. Отправляйтесь с нами в увлекательное 4-летнее путешествие в будущее. Качественное образование – лучший инструмент для построения карьеры и жизни. Наши двери всегда открыты. Международный университет МИЦО. Мы смотрим в будущее.